Ну а тем временем, друзья, в освобожденном от боевиков Славянске усилили охрану города под особым присмотром мосты, очистные сооружения и фильтровальная станция. Минуло півроку після звільнення міста від терористів, але його мешканці й досі відбудовують зруйновані вщенту селі. Який настрій в Слов'янську і чому місцеві голуби одноокі, знає наш розчулений Саша Джусупов. Это все, что осталось от дома Алексея и Ольги после бомбежки. А вот это их новый дом. Алексей и Ольга с сыновьями-близняшками и маленькой дочкой в предвкушении увидеть новое жилье. Саша и Женя сразу же спешат показать мне свою комнату и обои с футболистами. Ну вы рады? Да, очень рады. Очень-очень-очень рады. Вас, видите, у вас теперь будет настоящая футбольная комната. Да. А хозяйка не может налюбоваться новой кухней. Раньше кухонька была маленькая, с выходом на улицу. То есть двери открываешь, все смотрят, что ты готовишь. Вот, когда на пирожки зайти. Сейчас они улыбаются. А еще 4 месяца назад семья безнадежно бродила по пепелищу своего дома и не верила, что это произошло именно с ними. 3 снаряда прилетели в их дом 5 июля. Семьи дома, к счастью, не было. Говорят, это чудо. Мы пошли к маме покушать, потому что света здесь не было. То есть тут, ну как, такая цепочка событий, что, ну, начался вот этот вечерний обстрел. Мы как раз выходим, начало стрелять. Мы обратно. Вернулись уже в другой дом. Точнее, в то, что от него осталось. Вообще не ожидали. Думали, вот пойдем покушаем, придем, будем порядки наводить там стекла, битые пособираем. Пошли сразу, Женька, сюда посмотрели же, что с нашим домом. Женька сразу полезла тушить, а я сел. Просто сел на землю и все. Снаряд попал прямой наводкой в место, где семья обычно пережидала обстрелы. Стены все на бок лежали, крыша внутри, все горело. Ну, если бы мы были в доме, мы бы прятались где-то в центре, возле печки, как бы там комень. От дымохода и печки и следа не осталось. Впрочем, как и от всего, что было в доме. Стояла посуда, ну, на кухне, и она вот так вот с пачкой прямо вся прошитая была снарядами. То есть четко туда приземлилась осколки. Первую неделю Алексей и Ольга в надежде найти хоть что-то уцелевшее перекладывали каждый кирпичик. Это было как игра с названием «Угадай, что это». Если что напоминает, DVD. Это все зарешетена холодильная камера. Была эта старая радиола, если помните, в советском, когда много выпускал. Пластинка сверху, и то и радио. Раритетная антикварная вещь, да? А теперь вы отгадаете, что это? Это серьги и кольца Ольги, которые она хранила в стаканчике в серванте. Вернее, то, во что их превратила температура свыше 1000 градусов. Тут и вещи, документы, все. Когда пришло предложение, что нам будут помогать, это... Для вас это было сюрпризом, это внезапно было, да? Да, это такой вот сюрприз. Ну, раньше с таким вот, с такой отзывчивостью людей мы не сталкивались. Если бы это видео попало в руки Киселеву, текст был бы примерно такой. В Славянск приехали бандеровцы и беспощадно разрушают дома жителей Донбасса. Не соврал бы он в одном. Это реальные бандеровцы. Вы из Західної України? Да, так, да, Західної України. Роменська область. Ми тут яка не одні, там буваємо і сім'ями. Сини, дочки нас тут яка в місті. Приїжджаємо і це все. Видимо, це гори, біду цю людей. И помогаем. И да, они рушат дом Алексея и Ольги. Вернее, то, что от него осталось. Но лишь для того, чтобы построить им новый. Мы заканчивали обои, полы, двери, садин сверху. Но мы это не первый раз, это второй раз мы приехали. Волонтеры строили дом 4 месяца по канадской технологии быстро возводящихся домов. Теперь посмотрите, как было и как стало.
Дом Сухопаровых не единственный, который помогли отстроить волонтеры совершенно бесплатно. Мы детский приют «Паруса Надежды» там помогали. Дом престарелых, как бы революционный центр. Там еще вчера мы работали на двух домах. Если бы не эти парни, Алексей и Ольга могли бы еще долго скитаться по съемным квартирам, так как местная власть ничем не могла помочь погорельцам. Мы можем ремонтировать за счет бюджета только многоквартирные дома, поэтому мы и занимаемся вот за счет города. К сожалению, частный сектор, он у нас принадлежит же частным, поэтому не на балансе города. И тут только, к сожалению, только пока на сегодняшний день за счет благотворителей или общественных организаций, или волонтеров. 70% пострадавших многоэтажек Славянска уже отремонтировали за счет горбюджета. Куда попадали снаряды, видно по свежему цементу и заклеенным окнам, которые еще не успели поставить. 7 месяцев спустя активных обстрелов Славянска, последствия 300 многоэтажек, 1500 жилых домов до сих пор нуждаются в восстановлении. Пришли, обмерили и пошли с концами. Такая ситуация, как у Марии Ивановны, у всех, кто живет в частном секторе. Жители отстраивают все своими силами. Меня сестра пособила, то уже окна поставляли. 2 месяца с дедом ремонт робили в хате. Нам никто и 50 копеек не дал. Еще одна из пострадавших улиц в Славянске. Вот несколько домов, которые попали снаряды, и они уже практически восстановлены. Здрасте. Новый канал. Саша меня зовут. В гости к вам приехали. Да-да. Это Сергей Васильевич. И вот так выглядел его дом до летнего обстрела. А так после. Сюда снаряд попал. Сюда снаряд попал. Сюда снаряд попал. В угол снаряд попал. С дома вот кастрюли вылетали. Видите, самовары вылетали. Видите, миски. Видите, все. Видите, с дырками. Впечатления неописуемые. А я, честно говоря, не знаю, как вот вы сейчас говорите это с улыбкой на лице. Господи помилуй, потому что мы живы. Мы здесь жили до последнего дня. Мы за 9 часов до последнего обстрела мы отсюда вышли с подвала. Когда Сергей понял, что от власти помощи не будет, решил, чего бы это ни стоило, вернуть крышу над головой своей семье. Вернул. Отстроили, уже даже живем. Ага. Всей семьей. Есть тепло, вода, электроэнергия. Работали и днем, и ночью. Не без помощи тех же волонтеров. Своими средствами, а люди и кое-какие средства помогали. Из Западной Украины церкви помогали, и со Славянска, и с других городов. Житомирской области, Ровенской, с Бобетровской. Чтобы отстроить жилье, Сергей по уши влез в кредиты. И теперь все заработанные деньги уходят на возвращение долгов. Скажите, вот есть опасения того, что могут вернуться сюда защитники, так сказать? Они же не защитники, они разрушители. Если бы они были защитниками. А так они разрушают, и все идет в Мариуполь. Не знаю, может быть, вы слышали, нет заявления последнего Захарченко, главы так называемого ДНР, что он собирается там по нескольким фронтам наступать, и в том числе и в Славянск. Нас это не пугает вообще, будет все хорошо. Мы оптимисты. Потому что если были пессимистами, то у нас бы уже не было в живых. Да, в том, что в Славянске живут те еще оптимисты, я убедился, когда встретил вот этого милейшего дедушку Михаила Ивановича. Пацан, видишь, как двери поломал. Замком вырывался. Михаил Иванович живет в Славянске с 70-х годов и видит уже вторую войну за свою жизнь. В немцах такого не было. Тогда было так, снарядики. А сейчас вот так. Его дом, по сравнению с соседями, сильно не пострадал. Взрывной волной выбило все стекла. Их хозяин уже заменил. Потратил на это всю месячную пенсию – 1000 гривен. На хату так вот только волна шла, батюшка. Шифер поднимал. Больше всего Иваныч переживает не за шифер и трещину в доме, а за голубей. А что это у вас за окно? Да я кажу, временно там у меня голуби. Так я хоча как-нибудь затулил, чтоб очкоты их не порастягали. Когда снаряд попал на соседский огород, осколки полетели в самое ценное, что есть у дедушки – голубятник. Было придавили, лежит. Ну, были такие, что подходили, а то все глаза повыбивали. Те, что один глаз, те остались, а те, что обои
поулетали. Голубей дедушка Миша держит с 41-го года. При немцах уже голуби. После обстрела из 40 птиц осталось только 15. Некоторые с одним глазом. И знаете, для меня именно эти голуби не просто птицы мира. Это символ мирного и спокойного Славянска. Такого, каков он сейчас. И надеюсь, таким и останется. Не дай Господь ще вернуться, то тоді вже все конець буде. Думали, що нас привалить, хай Бог милує.